В Чебоксарах прошел обкатку современный троллейбус на автономном ходу. Он объехал не только центральные улицы, но и добрался до нового города и Новочебоксарска. Wi-Fi, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, телевизоры и пандус для маломобильных. Так выглядит троллейбус нового поколения. Этот троллейбус может проехать до 20 километров. Стабильно он едет 12 километров с полной нагрузкой. Мы говорим о работающем кондиционере, работающих печах салона и так далее. Значит, вот эта модификация специально была разработана, облегчен кузов. Троллейбус рассчитан на поездки как с контактной сетью, так и без нее. Для этого на проводах устанавливают специальные ловушки, на которых цепляют штанги. Процесс полностью автоматизирован. В кабине водителя устанавливается экран, где можно следить за фиксацией штанг. Кстати, стоимость такой машины 16 миллионов рублей. Данное транспортное средство, в отличие от электробусов, других концепций, отличается тем, что ему не нужно время на простой для зарядки батарей. Зарядка батарей происходит во время движения от участка контактной сети. 206 троллейбусов ежедневно возят пассажиров по улицам города Чебоксары. Из них уже 190 подлежат замене. И такой вариант транспорта троллейбусное управление устраивает. Электробус – это будущее. Причем, наверное, я бы не сказал, что недалекое, далекое будущее. А этот троллейбус, он уже сегодня реально существует. То есть нам достаточно такие микрорайоны, как Новый Город, как Новочебоксар, как тот же Садовый, мы можем пустить эти троллейбусы. Но для этого надо иметь хотя бы как минимум 10 машин. Сейчас у городских властей стоит выбор – заказать троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы. И пока перевес в сторону вот таких троллейбусов. Мы готовы рассматривать его в первую очередь на межмуниципальные перевозки. Для перевозки пассажиров из Новочебоксарска в Чебоксары. Но для этого, конечно, нам нужно, во-первых, и объединить троллейбусное управление, по крайней мере, думать об этом, чтобы это была единая система. Ну и с Министерством транспорта говорить о том, чтобы ввести сокращение перевозок автобусами малой вместимости. Оценить удобство этого троллейбуса была возможность и у жителей Чувашии. По дороге от Новочебоксарска до Чебоксар транспорт захватил парочку пассажиров. Новый троллейбус, считаю, чисто, удобно, красиво. Ну, в принципе, еще удобный транспорт. Лучше, конечно, чем маршрутка. И считаю, и окна видно, считаю, все, и объявление будет об остановках, считаю. Вот. Мне нравится. Было бы прекрасно, если все троллейбусы поменяли в нашем городе вот на такой троллейбус. Конечно, сейчас это пробная поездка. И пока делать выводы рано. Вопрос о закупке будет решаться после испытаний. А этот образец нового поколения отправился в Севастополь. Именно там он и будет возить пассажиров. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.